Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения от Михаила не только». Это у нас продолжение прохождения модификации к «Сталкер Чернобыля», который называется «Сталкер Лост Альфа». Снова к ней возвращаемся, с новыми силами, и у нас начинается новая 22-я серия, в которой у нас, в общем-то, что у нас там в итоге-то, в прошлой серии-то было, какие квесты выполняли сюжетные. По-моему, там, в общем-то, мы помогали этим... Я уже забыл точно, чем там сделали-то. Куда мы там... Чем там занимались-то? А, помогали тем самым этому же призраку. Одному, в общем-то, с друзей стрелка. Там, в общем-то, нападали... Устраивали такое, в общем, нападение на группу наемников, где добывали тем самым эти... Что там добывали, уже забыл точно. Точно, ну, думаю, постепенно вспомним. Давно еще не играл, что-то все улетело слабо, что-то происходило, да, в последних двух сериях. Хотя, по-моему, там, в общем, это, доктор направлялись, в общем, прятались от вертолетов, лазили по болотам, в общем, ну, много чего интересного происходило, конечно. Так, плюс ко всему, мы, по-моему, доставили чем-то ученым там кое-что, по-моему, они там пытались починить нашу, в общем, КПК, или как, точнее, ПДА, правильно, кучу, как называть его. Но ничего там, в общем-то, ему установить оттуда не удалось в итоге. Тем самым наш Мичный, в общем, пытается вспомнить по крупицам своего прошлого, что происходило с ним до того, как он там... Ну, до того, как, в общем-то, он неудачно там зашел, в общем, типа, отправился в путь в ЧС. В общем, то, что происходило в чистом небе. В финале особенно там вот. Ну что ж, идем тогда. Нам так нужно направляться сейчас вот куда? Посмотрю-ка я. Куда нужно направляться? А, поговорить с Петренко, нужно направляться. В общем, направляться нужно к бару. Как я помню, да, плюс, кстати, мы вот это уже сделаем. Этот квест выполним. Он как раз нам по пути. Туда, думаю, направимся. Вес, помню, я лишний тогда скинул. Сейчас, думаю, быстренько будем бежать, спокойненько. Поможем сейчас счет ученым. Да, в общем, выполним им дополнительный квест. Разберемся там с их там проблемой с одной. По-моему, с этими зомби, по-моему, если ошибаюсь. Или кто-то еще там. Смотрю-ка я. Да, зомби на радаре нужно уничтожить вот в этом месте вот. Так, помните бы надо еще это задание. Так. Давай куда-то помните лучше. Разберемся к этим заданиям по-быстренькому. Пока такая есть возможность появилась. Лишним все равно, в общем-то, у нас не будет денежки. Так, что у нас... Денежки тоже будут не будут лишними в итоге. Хотя, конечно, по у нас так упало у него-то. Ну да, довольно много, 68 тысяч имеется. Не на что пока нам так совсем покупать. Артефакт у нас, точнее, те печки у нас есть так-то. Патроны, в общем, все остальное там есть, броня в том числе есть. Так что, как бы не нужны попросту. Но можно было бы и по сюжету, возможно. Но решил немножко все-таки отвлечься пока что от сюжета. А и пройти дополнительный квест хотя бы один. Так, маленький артефакт есть, кажется. Ну, аномалий, конечно, там полно. К нему, наверное, не подберешься. Так, где-то вот здесь, как понимаете, зомби, только попасть как туда вот. В этот... кабанчик прибежал. Не вовремя. Чуть-чуть, конечно, немножко начал снова тормозить. А, вот мостик-то. Путь как раз к этому вот. Да, часов он начал тормозить что-то иногда. В прошлый раз, по-моему, все нормально работало. Вот, в общем-то, как раз это место, где нужно будет зомби разобраться. Так, кто там есть у нас? Бандюкити? Мне кажется, это бандюки. Не зомби-то. По-моему, с ним-то нам не нужно разбираться. Или это наемники, что ли? Ну не ладно, не будем с ними сейчас воевать это. Мы вообще пришли не чтобы с ними там разбираться, а с самбарями. Да, вот они лазят здесь. Лазят засранцы. Так, сходимся. На всякий случай. Ну, зачистим территорию от самбарей. Так, здрасте, друзья. Так, может, вам по-другому там разобраться, не знаю. Что ли, по-другому? Так, один готов. Тихо, что за такой звук-то?
Не подходи за страницу. Давай, давай. Все, патроны кончились. Вовремя. Все, что ли, готово, друзья, наконец-то. Живой там нет? Ну да, живой. Что такое за... Не пойму, что такое. Какое-то, видимо, сиполе, что ли, действует небольшое. Так, ну у них-то, по-моему, ничего нету. Ну, можно руки пособирать, их там, этих зомби. Потом продать ученым. Думаю, так и... Немножко можно будет тоже позаработать денежек-то. Так, а надеюсь, эти нас не услышали-то. Что мы там без слушателя... Хотя слушатель, конечно, немножко помогает, надо, да, не привлекать лишнее внимание. Нет, парик, они спокойно там ставят, ничего, вообще не обращают внимания на это. Ну ладно, что ж. Так, сходим еще раз. Идем дальше. Немножко так вот пополнять дополнительный квест. Хотя, конечно, как бы в этой модификации проходить дополнительный квест не буду. Буду идти только по сюжету. В этой модификации, как считаю, сюжет более интереснее, чем квест дополнительный. Но дополнительные квесты, если они как бы такие же, как и раньше были в Тени Чернобыля, точнее. Как, в общем-то, они в финальной версии есть. Потому что, ну, так-то они все довольно примитивные, ничего прям уж оригинальности прям уж нету. Есть, конечно, квесты, но мы, в общем-то, их и так уже, в общем, выполняли уже. Такие вот оригинальные квесты дополнительные. Но их очень, конечно, мало будет, как я понимаю. Так, нам нужно теперь возвращаться обратно к нашим, в общем-то, ученым. Сдадим, в общем-то, им все, что там мы... Ну, в общем, получим награду за этот выполненный квест дополнительный, и потом же отправимся уже наконец-то по сюжету. Я уж это не больше такого, в общем-то, отхождения от сюжета будет у нас. Отдышимся немножко. Немножко присвоим, привыкнем снова к этой игре. А то давно, в общем-то, я что-то ее не проходил-то. Сейчас, конечно, мимо. У нас есть бы затратить сначала. Странно. Есть как бы все нормально. Ладно. Так, это нам не нужно. Он так валяет, смотри-ка. Никто, в общем, его не поберет. Она даже не само не исчезнет почему-то. Так, отлично. О, батарейка личная, аптечка. 1500, неплохо. Ну, довольно неплохая награда за квесты. Уничтожить лагерь. Так, ну, конечно, другой квест, пока мы, ну, не сможем. Хотя, погоди. Там что нужно по-другому-то квест раздобыть? Так, псевдо собаки, хвост. О, ну это пока ну, ничего не было, не постречалось. Это псевдо собачка. В общем, пока идем по сюжету. Отправляемся вообще к бару. Так, смотри, надо вообще на карте, куда нужно идти. Так, это у нас мертвый город, а мне туда не нужно. Нам нужно отправляться вот сюда. Помните бы это место. По-моему, да, металлургическая карсфабрика. Хотя ты тоже проход, смотри, как к ней. Ну, в общем, да, туда направляемся. Джаши, наверное, путь как раз будет этот. Ну, как бы он так помечен на карте. Все, в общем-то. Ничего прокупать мы не будем, у нас так все нормально довольно. Да и награда очень тоже неплохая. Довольно получили неплохую награду за этот квест. Дополнительно. Так, погоди, где выход отсюда? Так, по-моему, где-то здесь должен быть. Я что-то потерял, в общем, вообще не видно. Это этих, в общем, ворота что-то вообще не видно их там. В общем, с ними потеряешься просто. Можешь шпортфакты там пособирать, всяким поискать. Тоже. Так, что-то патроны-то мне. Надо, думаю, все-таки патроны эти убрать. Так, уберем. Другие пока поставлю. Давай. Дадим снайперские винтовки патроны. Вот эти поставим. Во. Обычно пока... Погоди. Почему эти стоит? Эти же я поставил-то. Чуть пока наоборот. Так, мелко отпереключиться можно. Так, это постольник у нас. Так, у нас этот... Ночное видение, ночное прибор ночного видения. Постольник у нас, по-моему. Погоди, а с постольника-то нет ничего? Да, нету. Надо бы прикупить, конечно, такие вот заряды. Все-таки к нему. Что-то
локация же очень сильно напоминает мне, мне немножко Затон. Из его Припяти, не знаю, чем это напоминает. Так, это у нас пёсики обычно. Мне нужно вообще-то псевдо-собачку. Вы здесь не видели псевдо-собачку, а? Не видел? Ну ты зря вообще напал, конечно, на сталкера тяжело вооруженного-то. Вы вообще-то не видели псевдо-собачку здесь? Нет? Ну как хотите. Мы побежали дальше. Так, еще раз сохранимся. Даже два раза. В общем-то идем. Дальше. Ну да, кажется, очень сильно напоминает Затон из-за Припяти. Не похоже вообще никаким образом на янтарь, который раньше был. Хотя, что-то янтарь, конечно, тебе Чернобыль мне больше понравился, мне так кажется. Ну, больше он был все-таки атмосфернее. Так, что у нас вес, конечно, многовато. Может, это все-таки выкинуть, не знаю, мне попробовать, что ли? Что мне не пригодится в данном случае. Что ему можно вот выбросить-ка? Блин, это... Черт, я ее не продолжу. А, хотя, ладно. У нас так всего хватает, ладно. Что-то я про нее вообще забыл, взял, конечно, но так не продал. Будет вообще из главы. Ну, артефакты возьмем. Пусть. Так, что у нас там за артефакт? Может, полезный артефакт? Радиация по 4, разрыв нет. Радиация прибавили. Прибавил код, куда взялись, честно. Бандюгита. Зря у меня навалились. Очень даже зря, друзья. Да блин, чердери, оружие закинило. Зря у меня навалились. С пистолетом, что ли, на меня? Да вы чё? Не, в общем, неправильно, друзья. Ух ты! Да падай ты, что ли, а? Вот так ж мне покромсали. Навалился я на кучу бандиков-то. Так, погоди, там кто-то есть, что ли? Там как будто кто-то был, что ли, да? Я что, случайно сюда забрел? Ну, хотя чего бы разбрать, там у вас так все довольно слабо. Патроны, в общем-то, ничего не нужно, ничего нету такого. Да погоди, зря взял. Это все-таки. Дай-ка тебе отдадим этот. Нам оно не нужно. Так, патрончики, погоди, патронки нас пользуют-то. А, не те, в общем-то, это. В общем, не то, что мне нужно. Так, а что у вас здесь, интересно, есть? Черт тебя дери! Ну ты, блин, попугать-то вообще-то меня не стоит вообще пугать. За это-то вы мне получите хорошенько. Я думаю, что чуть не напугал один гаденыш-то. Фу, я чуть не... Одурел вообще просто. Да, ну надарили еще. Ой, в общем, продолжаем. Так, ну что ж. Навалились. В общем, приключения, конечно, нашли в итоге. Мы на бандюков нарвались. Которые здесь осели. Ну что-то вообще забыл, видимо, что они здесь, наверное, сидят-то. Что в этом месте находится? Так, это сталкеры, я помню точно, да. Сталкеры, что-то одеваться. Может, как раз мне бы-то пройти. Них. Что-то здесь раздеваться-то какая. Ух ты! Неплохо живетесь. Ну чё, как дела? Ничего такого интересного нету, я так понимаю. Ну, как обычно, ладно. Ну, а как раз неподалеку, в общем-то, выход из локации. В общем, направляемся. Чё такое было? Чё-то у них там случилось-то? В общем, направляемся в сторону
металлургического фабрики, или точнее, о бывшей локации завода «Росток». Так, в общем-то, лучше называть. Так, отлично, мы вернулись в нашу, в общем, стародобрую локацию. В общем, большую локацию металлургического фабрика. Которая, в общем, раньше в тени Чернобыля была двумя локациями. Завод «Росток» и дикая территория, которые, в общем, отделялись друг от дружки. Нужно было тем самым, типа, из одной переходить в другую. Ждать, когда загрузится локация. Теперь же, в общем-то, локация целиком одна в этой модификации. Так, снорки, привет. Так, это тоже. Марика сидят, в общем-то, выжидают. О, привет. Ну, ты зря, конечно, полез на меня. Так, я тоже увидел. Еще Марика, еще вижу. Ну, вообще-то, конечно, мы с вами здесь патрон тратить что-то не собираюсь с вами. В данном случае-то. Мы вообще собирались в другом месте этим. Кажется, не по пути нам с ними. Нам нужно дальше направляться в сторону бара, в общем, помочь им отбиться там от наемников. Этим долговцам. Которые, по-моему, если ошибаюсь, нас, в общем-то, друзьями являются. Посмотрим-ка. Где у нас что-то эти... Так, где у него что-то? Вот, отлично. Да, в общем, экологи друзья, то есть ученые и долг тоже друзья. Значит, мы должны помочь, я думаю, в этом случае-то. Так, наемники ваги, враги, в общем, военные, монолитовцы и зомбирные, в общем-то, и бандиты, в том числе. Остальные все нейтральные группировки. Ранг очень опыта у нас, группировка одиночка, репутация очень хорошо. В общем, довольно неплохо, в общем-то, мы там подвинулись. Прокачались, можно сказать, наверное. Вот как раз, по-моему, мы уже как раз вернулись, знаете, в это место. В общем, будет интересно посмотреть, что там случилось-то. Мы как раз далеко, далеко как раз находимся от этого места. Радиация, ну и радиация, скажите, какая сильная-то. Ну, недалеко, как раз, уже слышно, что. А, что ж, посмотрим, что же там основного случилось-то. То они там, на них грек напал, копировка. Эти, то ли бандиты, то ли пойми что там, какие-то больше подобные экспериментов ученых осознания, то теперь еще кто-то на них напал, наемники. Так, и... Так, сохранись, стой. В общем, не торопимся. Марик, никого нету. Здесь, по-моему, уже быть долговцы же были. О, так, там. Что-то явно какие-то не очень хорошие дела. Хотя пока врагов как бы не видно, не показывает. Вообще врагов нету. Ой, где там, блин, как... Серенькие значки, здесь серенькие значки. А маленько наемники. Ты, оказывается, наемники даже. И вы если долговцы и наемники, в общем. Так, у нас, может, патроны ко мне есть. О, да ничего нашли. Наводка. Может, не патроны вообще-то. К нашему оружию-то есть. Да, и тишина, в общем-то. И мертвые с косами стоят, да? Да. О! Нам туда нужно направляться-то. Марика, все, правда, все перебиты. Ну и бойни сегодня была. Ёпт, сколько же там их вас. Здесь долго вас перебито. Так. А почему нас ведет, в общем-то, не в бар с рентгента? Да. Что-то здесь случилось явно нехорошее. Так, фонарик у нас. Где у нас фонарик-то? Друзья,
С вами все в порядке? Так, как нам попасть-то туда? Я что-то не туда пошел, может? Не той стороной пошел. А, проход здесь точно. Еще наемники. Ну, кажется, как бы сюда вот. О. Здрасте. А, Петренко. Че, не строим только что ли? А где остальные-то? Что случилось-то? Ух ты! Че, что, вертолеты? Так, гранатомет, где мне гранатомет? Это что, вертолет наемники прилетели, что ли? Нифига себе. Друзья, так, один с гранатометами дал. И где же гранатометами дал, интересно? Так, погоди, гранатометное распоряжение. Чем нужно раздобыть-то? Найти. А, найти РПГ, что же вертолета. Нифига себе, моментик. Так, погоди, плюс ко всему это они где семейся? Только где, в общем-то, его. А, в общем-то, вот здесь был. А потом будет к нему вернуться обязательно. Что-то я про него что-то про. Так, понятно, РПГ. Сохранимся-ка. Лучше на всякий случай. Да просто вот везет, конечно. Какой хрен мне по мне попал, по-моему, что-то такое. Как вообще не мне успели попасть тут? Сразу что-то он попал. Черт дерет, как это мне папа не попал-то, интересно? Так, как бы там их подловить, не знаю, вот. Непонятно. Так, ну что, надо сейчас скинуть что-то нужно, что ли? Это бы как ждать быстро, ну вот и все. Ай. Что-то вертолет раз, а? Ходим быстрее, быстрее, блин, быстрее. Фу. Отлично, успели. Ох, так, еще раз сохранимся. По-быстренькому. Успел все-таки взять РПГ. Слава богу. Так, пора всем с вами разбираться, засранцы. Так, давай бери. Только что главное попасть будет, конечно, вот. Точно цель вот. Не напромазать. Так. Попади, попробуй еще, конечно, по нему вот. С такого-то расстояния. Может, возможно, сверху нужно было сделать, но... Блин, самоубийство. Ну давай, попади, что ли, по нему, а? Есть! О, получилось все-таки. Так, сохраниться нужно. На всякий случай. Так, еще один вертолет. Один еще один вертолет летает. Летит что ли? Мне кажется, еще один летит, зараза. Так, погоди, все-таки нужно пробовать забрать его. Там, что там есть-то. Ну, если получится, конечно, там патрончики и все остальное. Что не полезно-то есть. Может, что полезное у этого погибшего логовца-то есть. Проверь, конечно. Там еще один вертолет летает, зараза. О, три заряда. Давай, пускайся, блин, что ли. Давай, давай, доползи, доползи. Ты сможешь, фу. Все-таки смог. Ох, так, у него, кажется, Марик, сколько заряда-то имеется к этому РПГ-то. Так, быстренько мы сейчас восстанавливаем. Отлично. Может, надо все вертолеты тоже, может, надо сбить тогда. Что ли, оставшись там? Наверное, так и есть, наверное, все вертолеты нужно сбивать.
Еще раз сохранимся. Ой, удалось забрать все это, все заряды, слава богу. Ну, в общем, довольно, конечно, все-таки попасть там можно. Но это, конечно, надо вот как-то наловчиться по этому счету. Чтобы они попасть, чтобы этим, по этим гадам попасть. Где он еще летает? Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасной... Получай, засранец. Кондурач, расширили задание. Заинтересованным подходить в бар. А что, не попал, что ли? Я что, не попал, за это? Не понял, что ты его не сбил, что ли? А, отлично. Все, уничтожены, идем, все вертолеты. Всего-то два. Давай взять, побольше могли бы сделать, что ли. Мир со страхом смотрит для более... на расползающуюся заразу зоны. Для большей сложности хотя бы. Вступи в долг. Помоги, а то что-то много маловато, мне кажется, вас. Этих-то. Дали-то вертолетов нам. Осложнение бы называется задачу, конечно. Защити мир от зоны. Блин, все равно прикольно, у меня момент-то был. По вертолетам, по стопору, по стреляющим, попади по них-то. В общем, довольно хардкорный такой момент, интересно получился. Ну сейчас, пойдем, справились со всеми засранцами. Так, у меня что-то вес вот сразу же повысился. Да, в общем, придется снова бегать. Пешочком, в общем-то, так вот. Не торопясь идти. Да, только, конечно, вот долго-то вообще никого не осталось. Все мертвые. Мы шестого-то. Смотрите, бармены на окрестностях, на окраинных Припяти. О, интересно. А ничего, правимся сразу, что? Да будет интересно там побывать, конечно. Что там все здесь делают? А если бармена здесь нету, видимо, тогда мы сможем, наверное, не сможем ничего купить. У него ли продача им там. Так, ну пока-то, думаю, оставим пока что. Нам пригодится, возможно. Хотя, конечно, все это, наверное, все-таки выкинуть, чтобы вес с собой не таскать. Или может ему продать за ТРПГ-то. Но ты даже не знаю, конечно, вот. Даже не знаю, конечно, продавать или нет. РПГ-то. Это там довольно неплохо стоит, конечно, 26 тысяч, но мне, конечно, наверное, не хватит. Продать тебе-то нельзя. Да у него вообще, по-моему, мне кажется, да, у него по нулям. У него все по нулям. Мы продадим, наверное, не продадим мой РПГ-то. Он не купит явно. Ну порадовал, порадовал. Ну что ж, тогда. Тогда, в общем-то, идем в то направление. Ничего другого варианта у нас не остается. Ах, придется, в общем-то, пешочком допетривать до этого места. Топать. Ух ты, тонички. Так, один метод, это некоторые события, каким образом. Это, конечно, надо... Ох, надо как-то все это... В общем, проходить вот так вот, пока до тоничка доберемся. Если, в общем, так, пешочком, конечно. Хотя, мы не знаем, вот, что таскать, мне все-таки ТРПГ или нет. В этом случае, конечно, мне так придется долго, в общем-то, идти, да. Такими-то темпами. Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Охо-хо. На этом этот артефакт никуда тоже детит. Да. Так, бар-бар, по мосту один сход-то был туда. Нет, по-моему, здесь вот. Угу. Посмотрим, что у нас там. Или туда попасть нельзя. Как бы, думаю, шанс, думаю, должны как бы дать возможность.
Заодно как раз тайничок заберем. Че у нас там, как я делал? А че оружие добирать-то? Если уж там никого, наверное, нету. Какой смысл тогда вообще это сделать, непонятно. А, ну да, какой смысл, если здесь никого нету, здесь что-то все у нас уже ушли. Непонятно. А, в этом есть что ли? Матрик, ух ты, так. Это нам пригодится. Так, отберем тогда гордомет тогда сюда убираем. Так, это тоже. Что еще там? Не пригодится-то. Но остальное так-то все нам нужно. В итоге-то. Пусть пока остается вот. А, что еще? Ну, это хотя пусть остается, хотя, ну, весь как бы нормально. Остальное все нам пригодится. РПГ, в общем, оставляем. О, хорошо. Все это очень остается. Тайник тем самым забрали. Так, у барона здесь нельзя. У барона ничего нельзя здесь убрать. Взять. Ничего полезного нету. Их жалко. Да, в общем, никого нету. Ну ладно. В общем, теперь пока параду нам направляться таким образом. Все-таки в сторону красот. Кентарию, куда можно пойти по сюжету. Все, в общем-то, здесь мы это закончили. Помогли еще благосам слабого остаткам отбиться от этих наемников. Их вертолетов. Ну а теперь пора добавляться. Так, где у нас, в общем, выход отсюда? Самое главное, в общем-то, его не пропустить. А, в общем, мы направляемся на янтарь. Будем дальше типа сюжета. Хорошо, да? Ух. Теперь готов, в общем-то, как термят, прям на продон будем петь. Так, давай, не поворачивайся. Нормально, ходи, давай. Давай, в общем, стрелок, ты можешь. О, как у тебя... Ой, да, зря, конечно, зря, возможно. Ну, а, в общем, для настроения, да? Понятие настроения. Давай, в общем, приходи себе. Упс, погодка. Хорошая довольно началась, ничего не скажешь. Заносит ничок, сейчас еще один заберем. По пути. Да ё, что ты такой колбасит-то? Вот его как что начало. Направо, налево, в общем-то. Шатать. О, пришел себя, молодец. Так, что там по таникам-то? Посмотрим. Так, таник, в общем, находится вот здесь, да? Так, его шаблон ставлю пока это здесь, потом заберу. Только непонятно, где, конечно, его искать, ну ладно. Может, его найдем. Разберемся. В любом случае. В общем, побежали дальше. Так, где-то здесь, да? Так, где-то, в общем-то, видимо, там находится, что ли? Так, я понимаю. Наверное, там... Да, так и есть там, в общем-то, с своей стороны. Находится, в общем-то, это место. Где-то, в общем, 10, видимо, спрятали тайничок. Так, где же вы там спрятали, друзья? Так, уж под этим, что ли, по-моему? О! Ух ты, артефакт, смотри-ка. О-о-о! Так, берем. И захватим. Ох ты, отлично. Еще один тайничок нашли. Неплохо так, артефакт какой-то дали. Так, что там тебе артефакт даешь-то? О, крутичи не снимай так. А можешь поставить стоит его, не знаю даже. Этот шериф повесить на пояс. Пока что крутичи не снимает. Ожог химожог. Ну, как бы ладно, пусть так будет. Крутичи это неплохо довольно. Я думал, повесить его. Жалко только, что он этот не отображается на это. Нигде не отображается, что мы используем артефакт. Как это раньше было там в тени Чернобыля, в чистом небе, где там зоопривити, по-моему, где-то. В общем-то, кровоэкране, на экране можно было тем самым видеть, какие артефакты используем. Или все-таки отображается, что-то не пойму. Где-то, по-моему, должно все-таки отображаться. Или нет. Ну и ладно.
Так, Мари Картвак, что есть? Или просто аномалия? Не, ну я за вас точно. О! Так. Ломать меня защищен дает. Здоровье добавляет. Так, пульс только снимай, да? Ну, пока оставим. Так, что-то я, конечно, не туда залез. В общем, не туда залезли. Так, ну, как бы все, идем в следующую локацию, которая называется Янтарь. Так, где у нас проход-то? В общем-то, возвращаемся снова на Янтарь. Да, думали, что вообще все, пойдем в другую сторону, армейские склады, там, не знаю, радар, куда там еще. Но нет. Так, нам нужно пролиться... А, теперь нужно пролиться на большие болота. Так, блин, это, по-моему, доктор ведь? Странно. Так, погоди, нам какое задание-то? Поговорить с барменом. Это на крестностях про Припяти, но... Чё? Ну, хотя, конечно, возможно, там за большими болотами находится там Припяти-то. Только надеюсь, конечно, не придется там за нам. Заново, в общем, нам пробегать по болотам под, в общем-то, этими, в общем, вертолетами-то, заразами. А то там тогда, в общем, не изрядно намучился, конечно. Надеюсь, мне придется заново, в общем, пробегать. Да это такой. Так, а это, мне кажется, это какие-то наемники, возможно, нет. Или что, долговцы? Кто это такие? Очень непонятно, конечно, кто такие. Возможно, конечно, наемники, мне так кажется. Ну ладно, с ним еще заниматься, то мы точно не будем, хоть за не до них дело сейчас. Думаю, сейчас нам сходить таки к ученым, по-быстреннику сбегать. Продать им... О, погоди, так, погоди, друзья. Может, это долговцы? А, это же долговцы, оказывается. Это все-таки долговцы. Угу. А это, думаешь, может, это... В наемнике нет, все-таки долговцы. Слава богу, здесь находится-то. Сейчас мы, думаю, сходим все-таки к ученым, продадим кое-что лишнее. Ну, можно артефакты продать какие-то там, которые пока что не очень сильно полезны. Можно продать. В том числе и эти же вот, как это называется, эти, что мы там собрали, вот эти вот копыта кабанов. Блин, ну, жутковато, конечно, растения. Что-то так радиация, прям же зашкаливает здесь что-то. Нифига себе. Так, где у нас, в общем-то, ученые-то? Сейчас бы мимо них не пройти вот. Так, это по-моему лаборатория, где-то находится здесь, где-то здесь. Так, где у нас все-таки ученый-то? Так, ну кажется, я... Блин, я надеюсь, что правильным путем-то иду. Что-то я, кажется, не туда просто вошел. Мне нужно сначала к ученым сходить. Это где находится у нас? Да, что-то я не туда вообще иду. Так, мы здесь-то пройдем. Надеюсь. Пробежимся. Опс. Мостика. Как не бывало. Ой. Да, блин, аномалии еще. Не хватало пасть сегодня аномалию. Да просто. Давай, давай. Сколько же здесь аномалий-то всяких, а? Так, у нас. Ну, в общем, правильно, мы идем так-то. Сейчас мы сходим, думаю, все-таки начал к ученым. Жалко, что хвоста. Жалко, хвоста собаки, конечно, не набрали. Блин, ты... Пошел отсюда подальше. Вести, в общем, дотошно. Прицениться не для тебя. Жалко, жалко, конечно, все до собаки не встретили. По пути то нужно все-таки будет тут раздавать для ученых-то. Так, а я что, по и туда иду вообще? Что-то вообще, кажется, тут никто. Ну хоть. Нет, зачем ты просто не в ту сторону смотрел? Да, все правильно, еще идем сюда. Сходим как раз к ученым, немножко продадимся. Хотя, может, конечно, и бармена, но... Лучше, конечно, ученым продать. Я лучше ученым, в общем, продать артефакты. Да, плюс ко всему, эти каба, в общем-то, и... Лапа габонов тоже там все. Они, я думаю, побольше, конечно, дадут. За них-то они какой-то бармен, который... Может, дать, в общем, дать, побольше, чем... За то, что захотел, за то же оружие. Может, дать побольше-то нас награды. Денежек-то. Потом же направимся
в сторону как раз это. К бармену, в общем-то. Ну и погода, конечно, разносилась. Ничего не скажешь. Времечко такое довольно неплохое, игровой-то. 2 часа дня, но погодка-то. Так, ну подожди-то, Сахаров, Сахаров. Не Сахаров, то подойди, ты че. Могу чем продать, не знаю. Подойди, что ли. О, молодец. Так, работа еще не там. А, так, у меня вспышка капля, у меня вообще нет, по-моему, таких артефактов-то. Вспышки-то капли. Так, это гравина, стало быть мясо. Это слизняк, это еще не то. Так, не знаю, конечно, стоит что продавать. Каба здоровье добавляет, ну, в общем, даже не знаю. Вот это делает артефакты. Вот это пригодится, в общем-то, кровотечение снимать неплохо. Ну, эти дома можно продать, Кате, тогда. Эти тоже можно продать ему. 8 тысяч, неплохо. Лишнее продадим, чтобы вес с собой не таскать лишним. Это, в общем, этот артефакт, в общем-то, оставим в итоге. Нам может еще пригодится. Ну, все. Пошли, в общем-то, дальше. Куда мы там направлялись в итоге? Так, где у нас снова? Эй, выход у вас нет. Что-то я потерял снова выход. В общем, выйдем в том... Или в том направлении. Ага, да, все. Все правильно. В общем, посмотрим, что нас там ожидает на болотах больших. В этот раз. Так, это у нас, по-моему, как раз... Что за такое за место, я чуть не помню. Что есть такое есть-то? Что такое он называется? Только, по-моему, это, по-моему, расход лаборатории, что ли, в этот. Хотя нет, не в этом месте у нас. Лаборатория-то вход имеется-то. Точно. Не в этом месте, а в другом. В другой локации. Ну, в общем-то, все. Переходим таким образом на новую локацию, которая называется... Большие болота. В общем, поехали. О, что у нас там будет, а? Смотри, какая тишина так-то. Ветров-то нету, да? Хотя сохранится все-таки на свет на всякий случай. Так, нам куда нужно направляться в данном случае? Сейчас посмотрим. Ага, на река. Другое место. А, снова. Так, Чернобыль, Матрика. Ух ты, круто. Так, только через болото проходить, это что-то мне не очень нравится. Здесь вертолетов не будет все-таки. О, полтергейсты, привет. Извините, если что. Мы очень-то торопимся. Так что вообще-то вас снимать не будем. Говорится потом, в другой раз. Слава богу, вертолетов-то нету, наверху-то. Не летает. Вообще не надо, не нужно будет прятаться этим камышем. То мне, конечно, у меня тут... Если бы он повторил с вами, то, блин, я что-то не очень хотел бы повторно все этого делать. Как бы один раз можно. Для одного раза это прикольно, но потом, конечно, повторять это одно и то же. Это не очень смешно. И не очень круто. И не интересно вообще. Что это такое вообще? Не понял, что это такое было. За звук такой. Странно. Так, я конечно не понял, что это забыл за звук такой в итоге. Так, это у нас аномалия. Обходим ее спокойненько, не торопясь. В общем, идем пока, не торопимся. Можешь, кстати, использовать, в общем-то, этот энергетик, чтобы быстрее бегать. Опс, привет. Если что, извини. Блин, как не войти этот мостик. Да, я что-то не могу обойти его-то. Опс. Зачем, а зачем пошел? Он ломает. Зачем? Там же опасно вообще. Ты не знаешь? А, полтергейст. Вот зря ко мне пошел, зря ты ко мне
Пошел. Да, что-то такая осенняя погодка. О. Ну ты что ж там такие напористые-то, друзья? Что-то вы, конечно, не перестали быть невидимыми. Как это было за Припяти-то? У вас легко, в общем-то, видно, понятно, где вы находитесь. Очень особенно по вашим звукам. Что они там не сдают. Ох, в общем, отправляемся на новую локацию. Конечно, прикольно будет посмотреть, как выглядит точно Чернобыль. В данной игре так тихо. Пропасть-то можно вообще интересно? Как тут обойти эту развалившийся мост? Думаю, как раз в том месте мы закончим данную серию. Серию, чем-то 22-ю. Думаю, так и закончим. Довольно чем-то интересном месте. Как только пойдем на локацию. Лягушки, в общем-то, квакают. Птички какие-то поют, видимо. Да, привет, такая локация, такая атмосферная довольно. Чувак, они очень под собой воды, и плюс к всему камыши вот эти. Да, это, в общем-то, атмосфера, как в том же Димаке, не знаю, первую часть вот. Все-таки игры довольно, эти вот игры довольно близкие, в общем-то, русским геймерам. В отличие от всяких там Fallout в третьих и Elder Scrolls всяких там и тому подобных игр. Mass Effect всяких там. Ну, Mass Effect, конечно, там, ладно, не буду сравнивать, конечно. Но в отличие от Fallout, конечно, эта игра все-таки ближе нам. И тоже Ведьмак, не знаю. По атмосфере-то, по этим локациям вот. Привет, Полтергейст. Так, я залез вообще интересно на это место-то. Блин, я что-то. Да давай, что устанавливайся энергии, давай. Как-то, в общем, обойти этот мостик. Я что-то не туда зашел. Так, а погодите. А здесь, в общем-то, тайников-то нету в этом месте, да? На Антаре, по-моему, тоже не было тайничков. Так, вот наш мёртвый город. Ну, хотя Антаре, в общем, без разницы. Там были там тайники, нет. Здесь точно нету. Опс. Так, черная аномалия. Блин, нам туда нужно идти, вот, в сторону-то вообще-то. Как нужно обойти эти аномалии, чтобы не попасться-то. Так, погоди, ты бишь, бери оружие. Таргези поблизости находится. Ух ты! Все, что ли, закончились? Фу. Что-то, конечно, там на болотах многовато, конечно, обитает. В общем-то, все, идем, в общем, на локацию, которая называется Чернобыль. Поехали дальше. Ну что ж, на данном месте, думаю, закончим таким образом 22-ю серию прохождения игры модификации Сталкер Чернобыль, которая называется у нас Сталкер Лост Альфа. Увидимся в 23-й серии. А если это, в общем, видео понравится, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки. Обязательно и оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы, свои впечатления, свои пожелания насчет будущего прохождения. Так, пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.